Вот мы опять в Серебряном ручье. На этот раз мы впервые приезжаем сюда по радостному поводу. Сдан, окончательно сдан, 7-й дом, собственно, который был максимально готов уже давно. И, по моим ощущениям, сдача этого дома затягивалась исключительно по бюрократическим соображениям, а вовсе не по техническим. Сегодня торжественно вручили ключи. Ура, ура, все рады, естественно, и 144 дольщика этого дома безмерно счастливы. Сегодня мы, наконец-то, получаем свои долгожданные ключи, и этому мы очень-очень рады. Это самый огромнейший подарок нам на Новый год. Сколько лет ждали у квартиры? Мы ждали 4 года. Ситуация такая. По этому дому застройщик сам изыскал нужные средства. Был ряд вопросов, связанных с администрированием, вопросов с подключением к инженерным сетям, с организацией подъезда к дому, с правильным вопросом с дальнейшими перспективами застройки этого микрорайона, чтобы у застройщика было четкое понимание, что он не один, что у него те вопросы, которые он реально может решить, мы будем помогать решать. И что мы совместно будем решать проблему достройки этих домов и передачи ключей дольщикам. Да, это большая работа как бы всех, и в том числе новая власть, которая пришла. То есть все понимают важность сдачи объекта. То есть мы со своей стороны, да, здесь поставили точку, 7-й дом сдали. Если говорить о следующих планах, 9-й, 10-й дом, то, как я изначально и говорил, то есть мы выдерживаем последовательность. 7-й дом. 9-й, 10-й, это у нас следующий на очереди. То есть мы сейчас заканчиваем последнее уже предоставление документов по кредитованию для того, чтобы получить финансирование и, соответственно, максимально все ресурсы в 9-й, 10-й дом вкладываем. И там, в течение 3 месяцев после получения кредита уже 9-й, 10-й будут готовы к сдаче. То есть 3-4 месяца – это действительно реальные перспективы? Я говорю, да, это действительно реально, потому что, ну, вы видите, что 9-й, 10-й, они в высокой степени готовности, там нужно только некоторые внутренние работы провести. Все-таки вот эта позитивная динамика, 7-й дом, 9-й, 10-й позволит аккредитоваться опять у банков и начать продажи для того, чтобы весь комплекс в целом достроить. Вы имеете в виду то, что есть перспектива открытия ипотеки? Верно, верно. Потому что 90% квартир покупают с помощью ипотеки, и банкам нужно быть уверенным, что мы как застройщик сможем исполнить обязательства, а как раз последовательность действий по 7-му дому, 9-му, 10-му покажет, что мы движемся так, как планируем. В новом году мы переедем в нашу квартиру и будем справлять, думаю, новоселье, ну, жить, наживать и... Добрак уже, как там, я не знаю, занервничал, немножко волнуюсь. Многие ждали несколько лет, 4 и 5 лет. Мы их поздравляем, но неизбежно встает вопрос, что же дальше. И что же дальше будет в Серебряном ручье. Хабиров вчера дал поручение к 1 февраля представить так называемые маршрутные карты по Серебряному ручью в том числе. Господин Невостроев, сегодня присутствуя на сдаче этого дома, в общем-то, тоже не стал говорить каких-то очень конкретных вещей, но конкретных обещаний мы все-таки добились от представителя застройщика. И надеюсь, что эти перспективы, эти прогнозы все-таки сбудутся максимально точно. Наблюдаем, радуемся успеху по сдаче 7-го дома и с тревогой ждем сдачи 9-го, 10-го и других домов этого комплекса.